Волгоградском районе появился новый спортивный объект. В селе Хорошки открылась хоккейная коробка. Щедрый подарок сельским мальчишкам преподнес воспитанник Омской хоккейной школы, защитник «Авангарда» Денис Куляш. Обладатель премии Международного комитета «Фейерплей» за благородство на льду Денис Куляш о собственных регалиях говорить не любит. Как и о том, что хоккейная площадка в Хорошках стала уже второй, построенной на его деньги. Особая благодарность всем руководителям ЗАО Яснополянская. Я когда приехал, я просто на самом деле опешил. Я приехал, и хоть я и был летом с детьми в Диснейленде, но когда я здесь это все увидел, я говорю, мы, по-моему, опять приехали в Диснейленд. Тут я даже на коробку не успел посмотреть. Вот. Ну и то, что они здесь сегодня такой праздник сделали для своих же односельчан. Это, ну, стоит добрых слов. Хоккейная коробка станет универсальной спортивной площадкой. Зимой здесь зальют лед, а летом будут проводить футбольные баталии. Ребята уже оценили подарок, вполне серьезно понимая, что дальше все зависит только от них. Мы будем тренироваться, и нам будет более привычнее играть на Павлоградской коробке, так как она полностью соответствует данной. Хотелось бы, чтобы это начинание Дениса Кулеша продолжилось. Ну а мы, как министерство, будем помогать и оборудованием, и тем, чтобы в эти районы, там, где есть коробка, мы бы давали соревнования районного либо областного масштаба. Это не первый и не последний визит Кулеша в Павлоградский район. Здесь он обязательно появится еще раз. Во-первых, в планах строительства еще одной хоккейной коробки уже в поселке Южный. Церемония намечена на 20 сентября. А ближе к Новому году в райцентре пройдет награждение лучших сельских хоккейных команд в рамках нового спортивного чемпионата. Главный приз – Кубок Кулеша.